بسم الله الرحمن الرحيم آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته На прошлом уроке мы начали изучать нашу акиду и рассказали про двух разновидностей таухида таухиду рубубия и таухиду улухия Таухиду рубубия мы сказали это тот таухид который мы должны соблюдать в делах Аллаха То есть мы должны быть убеждены, что нету сотоварища Аллаху в его делах, в его качествах, в его именах. И также мы изучали тавхид уль-улухия. Тавхид уль-улухия – это соблюдать тавхид единобожие в наших делах, то есть в наших поклонениях, которые мы делаем Всевышнему Аллаху, чтобы они только были направлены к Всевышнему Аллаху, субханаху ва та'аля. И мы на прошлом уроке сказали, что нет разницы между поклонениями, которые мы делаем. Все поклонения должны быть направлены только Всевышнему Аллаху. Например, как намаз, как пост, как закат, как хадж, как раздавать милостыню, давать обет, приносить жертвоприношению. И в конце мы сказали, и призвать с мольбой к Аллаху. Это тоже поклонение. Так же, как намаз. То есть обращаться к Аллаху с мольбой – это такое же поклонение, так же, как и намаз. Мы все знаем, что если человек начнет намаз делать помимо Аллаха другому, мы все назовем его мушриком и кафиром. А почему-то не понимают некоторые люди, что тот человек, который призывает помимо Аллаха другому, что он тоже делает такое же поклонение, как и намаз. Не понимают, что они делают поклонение помимо Аллаха другому. Вот это и наша тема сегодняшнего урока, что помимо Аллаха призывать другому, обращаться помимо Аллаха к другому с мольбой, что это тоже является поклонением. Если это ты делаешь помимо Аллаха другому, это является многобожием. Этот вопрос очень опасный. И положение того человека, который делает вот это поклонение помимо Аллаха другому, его тоже положение очень опасное, потому что это касается ширка. И Всевышний Аллах в Коране, как мы знаем, сказал «Инна Аллаха ла ягфиру ан юшрака бихи, ва ягфиру ма дуна залика лиман яша». Поистине Аллах не прощает своим рабам, когда они предают ему сотовариша, и он прощает своим рабам все остальное, если он этого захочет. Поэтому, когда вопрос касается ширка, это очень опасно, и человек, который занимается этим или попал по своей ошибке в этом вопросе, он должен оставить это и покаяться, и вернуться к Аллаху. И так как этот вопрос, в котором есть разногласие, в наше время некоторые ее считают ширком, некоторые не считают ее ширком. К
Как мы знаем, мы всегда, когда у нас происходит какое-то разногласие, спор, мы возвращаемся к Корану и к сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как об этом нам приказал Всевышний Аллах в Коране. Что сказал Всевышний Аллах? فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Если вы начнете спорить в каком-то вопросе, у вас получится разногласие, то возвращайтесь к Аллаху и к Его посланнику, если вы являетесь из тех, кто уверовал в Аллаха и в Судный день. Если вы являетесь из тех, кто уверовал в Судный день и в Аллаха, то какой-либо, в каком-либо у вас не получился бы спор, то вы возвращаетесь к Аллаху и к посланнику. ذَلِكَ خَيْرٌ. Это для вас хорошо. وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا. И в итоге это наилучше. Так Всевышний Аллах в Коране приказывает нас, чтобы мы возвращались, когда у нас получается какой-либо спор, чтобы мы возвращались к Корану и к Сунне. Наша цель этой лекции не упрекать кого-то, и не обвинять кого-то. Цель этой лекции – призывать тех людей, которые попали в это поклонение, тех людей, которые делают это поклонение помимо Аллаха другому. Цель этой лекции – их разбудить, им объяснить, что их обманули, что на самом деле они ошиблись и попали в это опасное положение, так как они делают поклонение помимо Аллаха другому. Цель нашей лекции, как мы сказали, это объяснить и доводить до этих людей, что то, что они делают, это противоречит шариату, и это противоречит Единобожию. Не цель у нас упрекнуть кого-то, или кого-то обвинить, или кого-то выводить из ислама. Поэтому, как мы сказали, мы возвращаемся к Корану и к Сунне, в первую очередь, когда у нас получается спор. Поэтому мы начнем, иншаллаху тааля, с Корана, и будем приводить аяты из Корана, которые указывают, что это мольба, призыв с мольбой, обращение помимо Аллаха другому с мольбой, что это является из многобожия, и что это поклонение нельзя направить помимо Аллаха другому. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Ауду биллахи минаш шайтанир раджим. Ва анна ль-масаджида лиллахи, фаля тад'у маа Аллахи ахада». Поистине мечети принадлежат Аллаху, не взывайте же никому наряду с Аллахом. В этом аяте Всевышний Аллах говорит: эти мечети, которые построены на этой земле, они принадлежат Аллаху, и там люди должны поклоняться только к Аллаху. И говорит: «Фаля тадуу маа Аллахи ахада», не призывайте же помимо Аллаха другому. То есть не приходите в мечеть, чтобы призывать помимо Аллаха другому, а делайте поклонение только и чтобы мы делали поклонение в мечети только Всевышнему Аллаху. То есть Аллах говорит, эти мечети принадлежат только Ему. «Фаля тадуу», не взывайте же никому помимо Аллаха другому. Ясен же этот аят. Прямо говорит: «Фаля тадуу», не призывайте, не взывайте наряду с Аллахом никому. И как в этом аяте пришло, никому, никому. Это в арабском языке язык называется накира, слово накира, неопределенное слово. Когда слово приходит в неопределенном виде, оно обхватывает всех людей. То есть не взывайте же никому, никому. То есть туда заходят и пророки, туда заходят и ангелы, туда заходят и аулияи, туда заходят и устазы, туда заходят и имамы, и все туда заходят. То есть Всевышний Аллах никого не исключил. Когда слово идет в неопределенном виде, она обхватывает всех и не исключается никто. Некоторые могут подумать, здесь же Аллах говорит: «Фаля тадуу маа Аллахи ахада», не взывайте же никому. Многие муфассири, когда пишут это, тафсир делают этому аяту, сзади этого аята пишут: «Не поклоняйте же никому наряду с Аллахом». Здесь не имеется в виду мольба помимо Аллаха другому, здесь имеется в виду поклонение помимо Аллаха другому. Мы не поклоняемся, мы просто призываем, взываем к мертвым или помимо Аллаха другому. Так может человек подумать. Он может размышлять и подумать. Муфассиры пишут: «Ла та'буду», то есть не поклоняйтесь. Значит, туда не заходит мольба. Чтобы объяснить, что это не так объясняется, привожу один хадис, достоверный хадис
который передал имам Ахмад и Абу Дауд. В этом хадисе пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Ад-дуау хуа л-ибада». Мольба – это и есть поклонение. Мольба – и это и есть поклонение. В другом хадисе сказал: «Ад-дуау мухху л-ибада». Дуа – это мозг поклонения. Некоторые могут сказать, приводить этот хадис и сказать: «Дуа – это мозг поклонения, не само поклонение». То есть это часть какого-то поклонения, не само поклонение. Этот хадис, дорогие братья, является слабым, в котором говорится, что дуа – это мозг поклонения. Достоверным является хадис, в котором говорится: дуа – это и есть поклонение. Ад-дуау хуа л-ибада. В другом аяте Всевышний Аллах говорит: «Вакаля раббукум удууни астаджиб лакум». И Всевышний Аллах сказал: «Ваш Господь сказал, просите меня, я буду вам отвечать». Табари, имам аль-муфассирин. Имам муфассирин, он говорит, то есть имеется в виду поклонение. Удууни, взывайте, здесь имеется в виду поклонение. Куртуби, рахмаллаху та'аля, говорит, когда толкует этот аят указывает, что дуа является поклонением. То есть мольба является поклонением, и на этом сошлись большинство муфассиринов, что дуа является поклонением, и что нельзя делать дуа помимо Аллаха другому. Такое же поклонение, как и намаз. Второй аят. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Инна ладзина тад'ууна мин дуни Аллахи ибадун амсалукум, фад'уухум фальястаджибу лакум, ин кунтум садикин». Поистине те, к которым вы обращаетесь помимо Аллаха с мольбой, они такие же рабы, как и вы. Они такие же рабы, как и вы. Так взывайте же к ним, и пускай они вам ответят. Аллах такую визу бросает и говорит: так взывайте, говорит, к ним, и пускай, говорит, они вам ответят. «Ин кунтум садикин», если вы являетесь правдивыми. То есть вы сами будете знать, что они вам не отвечают, если вы правдивые и признаете, что они ничего не смогут сделать, и к ним взывать с мольбой никакой пользы нету. Ибн Джарир ат-Табари, рахима та'аля, вот имам аль-муфассирин, передает хадис, что были люди, их звали Вад, Яук, Суа, Наср. Четыре человека были. Они были хорошими людьми в сыновей Адама, то есть в народе были хорошими людьми. И у них были последователи, которые следуют за этими людьми, хорошими, праведными людьми. И когда они умерли, сказали их последователи: если мы сделаем статуэтки или нарисуем их картинки, это, говорит, более нас будет придвигать к хорошим делам. То есть это нас будет побуждать к хорошим делам. Будем смотреть на них, и это будет нас побуждать к хорошим делам. И они нарисовали их картинки, и каждый раз, когда на них смотрели, их это побуждало к хорошим делам, и начинали хорошие дела совершать. Эти последователи умерли, и пришли их потомство на их место. Тогда Иблис что сделал? Иблис внушал им сделать ширк. И что им сказал? Иблис внушал им, они поклонялись этим рисункам, этим статуэткам. Они поклонялись этим статуэткам. И по причине их им давали дождь. И они, вот эти люди, то есть потомки этих последователей, начали поклоняться этим фоткам, то есть картинкам и этим статуэткам. То есть в этом хадисе что говорится? В этом хадисе говорится, что эти люди, то есть эти идолы, то есть эти статуэтки, которым они поклонялись, это были такие же люди, как они. Как в этом аяте Субханаху Та'аля говорит: те люди, к которым вы обращаетесь, они такие же рабы, как и вы. И этот хадис утверждает это, что эти идолы, то есть потом, после которых стали деревом или камнями, они были такие же люди, как и вы. То есть были хорошими людьми, некоторые следовали за ними, некоторых они побуждали на хорошее дело. Третье поколение пришло, что случилось? Они начали поклоняться этим людям. И аят что говорит? В аяте говорится: «Антум ибадун», вы являетесь рабами. «Вахум ибадун амталикум», они тоже являются рабами, как и вы.
Как же может быть, чтобы рабы обращались к другим рабам и взывать их с мольбой? То есть как это можно понять? Один раб обращается к другому. У раба же ничего не бывает. Например, элементарно мы посмотрим на общую жизнь. Раб, у него ничего не бывает. Ни имущества, он принадлежит к своему господину, и его имущество тоже принадлежит своему господину. Даже его сыновья принадлежат своему господину. Если он поженится, и у него рождаются дети, эти дети тоже являются рабами и принадлежат господину. И другой тоже есть такой же раб, который принадлежит другому господину. А обратится ли этот раб другому рабу, который принадлежит другому господину, зная, что у него ничего нету? Ни имущества, ни своих детей, ни помощников, ничего, ни дома, никого, ни двора. Не обратится же этот раб к другому рабу, потому что он свое положение знает, что у него ничего нет, у него тоже ничего нет. Если хоть пойдет к нему, он ничего не даст ему. Он скажет, ничего нет у меня. Вот так Аллах объясняет в аяте и говорит, те люди, к которым вы обращаетесь, они такие же рабы, как и вы. Так же, как вы ничего не можете сделать, приносить пользу или навредить, так же они тоже не могут ничего делать. Третий аят. Всевышний Аллах в Коране говорит, إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. Воистину те, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха, не сотворят и мухи, даже если они объединятся для этого. Если же муха заберет у них что-нибудь, они не смогут отобрать у нее это. Слаб тот, кто добивается, то есть тот, кто просит, и тот, от кого он добивается, и тот, у кого просят. То есть, Всевышний Аллах говорит, те люди, к которым вы обращаетесь, поклоняетесь и взываетесь мольбами, они не смогут даже муху создать. А некоторые люди думают, что они спасут их от ада. Всевышний Аллах говорит, они даже муху создать не смогут. Сверх этого, если муха сядет на них и заберет муха что-либо у них, они не смогут у мухи это забрать. И Всевышний Аллах чем заканчивает аят? Аллах говорит, слаб тот, кто добивается, то есть просит, и тот, у кого он добивается, у кого он просит. И идолы, и могилы, какая разница между ними? Идолы, камни, могилы, глина. В чем разница между ними? Никакой разницы нету. И они не смогли ничего создать, и могилы тоже не смогут ничего создать. Четвертый аят. Всевышний Аллах в Коране говорит: وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءَ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. А те, кому они обращаются с молитвами вместо Аллаха, не могут ничего сотворить, тогда как сами они были сотворены. Дальше Аллах говорит, «Амуатун гайру ахья». Они мертвые, они не живые. «Вама яшуруна айяна юбатун». Они даже не знают, когда их воскресят. Некоторые говорят, эти аяты рассказывают о мушриках, которые были в Мекке, о курайшитах, которые поклонялись камням и дереву. Это не идет тема о людях, которые мы обращаемся к ним. Как может Аллах сказать про камнях, что они мертвые, они не живые? Камни и так не живые. Здесь идет именно речь о людях, к которым люди обращаются с мольбами. Именно о людях идет речь. Потому что «Аллавина», когда Всевышний Аллах говорит «Валлавина», «Аллавина» не говорится на неодушевленных вещах, «Аллавина» не говорится. «Аллавина» в арабском слове только говорится на живых людей. На живых людей. Если Аллах захотел бы сказать, то есть если речь шла бы о идолах, Всевышний Аллах сказал бы «Валлати тадуунаха мин дунихи ма тамлику мин кытмир». То вещь или те вещи, которым вы взываете, они ничего не смогут сделать. Так сказал бы Аллах. А Аллах в Коране говорит «Те, к которым вы обращаетесь с мольбами», говорит Аллах. То есть идет речь о чем? О людях, к которым они обращаются. И это в первую очередь. «Аллавина» в арабском языке не говорится на неодушевленных вещах.
Второй довод, что здесь именно идет речь о людях, Аллах говорит, что они мертвые, они не живые. Даже они не знают, когда их воскресят. Они не знают даже, куда они попадут, как они могут вам помогать. Сами не знают, куда попадут, а некоторые люди на них надеются, субханаллах, что они могут им помогать и что они их спасут от ада. Пятый аят Всевышний Аллах в Коране говорит: وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Всевышний Аллах говорит: не взывай вместо Аллаха к тому, что не приносит тебе пользы и не причиняет тебе вреда. Если же ты поступишь таким образом, если ты будешь взывать к ним, что получится? То окажешься в числе беззаконников. Валимин. То окажешься в числе валиминов. Валимины кто такие? Они и есть мушрики. Потому что Всевышний Аллах в своем Коране говорит: «Инна ширка ля зульмун азим». Поистине многобожие является самым наивеликим беззаконием и несправедливостью. То есть ширк и есть беззаконие и несправедливость. Здесь Аллах говорит: ты окажешься из мушриков, если будешь вызывать помимо Аллаха к другому. К тому, кто не приносит тебе пользу, и к тому, кто не сможет тебе навредить. И Всевышний Аллах в Коране говорит, в другом аяте: وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Они поклоняются тем людям, которые не смогут им принести пользу и не смогут им навредить. Аллах Всевышний нам приказывает, чтобы у нас была акида, вероубеждение, что пророк, саллиллаху алейху салям, не сможет приносить пользу или навредить нам. Это Аллах в Коране говорит. В каком аяте говорит? Аллах в Коране говорит: «Куль, скажи, о Мухаммад, донеси до своей умми, инни ла амлику лякум дарран ва ля нафа». Я не смогу вам принести пользу и не смогу вам навредить. Это Аллах приказывает своему пророку, чтобы он довел до нас, чтобы мы были убеждены, что пророк ничем не сможет нам помочь, мы сами должны поклоняться Аллаху и стараться, чтобы Аллах нас уберег от ада, и мы попали в рай. В другом аяте говорит: «Куль ла амлику ли нафси нафан ва ля дарра». Даже самому себе я не смогу принести пользу или навредить, илля маша Аллах, с исключением того, что Аллах захочет. Это вахью, это откровение от Аллаха. Это Аллах так говорит. Разве пророк врал, когда говорил, своей дочери Фатиме говорил, ради Аллаху анха: «Я Фатима», говорил, «салини ма шиити мим мали». «Проси у меня из моего имущества то, что ты хочешь». فإني لا أملك لك عند الله شيئا. Я ничем не смогу тебе помочь перед Аллахом. Так говорил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, своей дочери Фатиме. Своей самой любимой дочери говорил так: то, что ты хочешь, проси, гад, из мирского, я дам, гад, это тебе. Но перед Аллахом я ничем не смогу тебе помочь. Искупись от ада своими делами. Спасите сами, говорил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обращался ко всем народам, ко всем племенам, тухумам, своей дяде, своей дочери, всем обращался пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. При первом же случае, когда ему было приказано открыто дава делать. То есть, получается, некоторые люди обманывают других и говорят: нет, могут некоторые люди помочь другим. Некоторые люди могут приносить пользу или навредить и так далее. Вот так обманывают некоторых людей. А в Коране Аллах что говорит? Сам пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, что говорит? Разве Аллах в Коране врет? Или разве пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, врет своей умме? Валиаду биллях, никогда не врал. Никогда не врал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Ас-садикуль мастук. Правдивый, и которого подтвердили, что он правдивый. Никогда не врет. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям истину доводил до своей умми. Чтобы мы старались, и чтобы сами старались, чтобы попасть в рай или спастись от ада. Шестой аят. Всевышний Аллах в Коране говорит: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Кто же находится в большом заблуждении, чем те, которые взывают вместо Аллаха к тем, которые не ответят им до дня воскресения и которые не ведают об их зове? Кто же может быть более заблудшим, чем эти люди, которые вызывают к тем, которые до судного дня, хоть ты каждый день 24 часа будешь на земном поклоне и просить их, они не ответят им.
Всевышний Аллах в конце что говорит? «Вахум ан дуаихим гафилун». И которые не ведают об их зове, они даже не слышат вас. Они мертвые. Аллах в Коране говорит, «Амуатун гайру ахья». Они мертвые, не живые. Они не слышат ничего. А некоторые люди вас обманывают и говорят, что они слышат, они могут вам помочь. Всевышний Аллах в Коране говорит, «Иннака ля тусмиу л-маута». Ты не сможешь сделать так, чтобы услышали мертвые. «Ва ля тусмиу сумма дуа». И ты не сможешь сделать так, чтобы услышал глухой, чтобы твою мольбу он услышал. Поэтому один из ученых, больших ученых ханафитского мазхаба, Ибн аль-Хумам, привел этот аят доводом на то, что мертвые не слышат. На то, что мертвые не слышат. И сам аят это толкует и говорит, «Вахум ан дуаихи мугафилун». Они от вашей мольбы, они беспечны. Они не знают даже, что вы их просите. Почему не могут это понять? Аллах в Коране говорит, даже они не слышат вас. Они даже не знают, что вы их взываете. Как может человек взывать к тому, что зная, что этот человек тебя не слышит даже и не ответит, даже на твою сторону не обратит внимание? Как может человек к такому человеку обратиться с мольбой? Седьмой аят. Всевышний Аллах в Коране говорит, قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. Скажи, призовите тех, кого вы считали богами наряду с Аллахом. Они не владеют даже мельчайшей частицей на небесах и на земле, и не являются совладельцами чего-либо на них. И нет у него среди них помощников. В этом аяте Всевышний Аллах закрывает все двери ширка. По все причины, по которым делают люди ширк, все причины и все двери закрывает Всевышний Аллах в этом аяте. Как? Во-первых, человек, который взывает кому-либо, почему он взывает? Надеясь, что он поможет ему. Даже. Значит, у него в голове, что этот человек может помочь ему, что у него есть какая-то власть, что он может ему помочь. Аллах что говорит ему? «Ля ямликуна митхуаля даррах», говорит. Они не владеют даже мельчайшей частицей на небесах и земле, говорит. Митхуалю дарра, даже пылинка нету, говорит, у них. Ничем не владеют. Хорошо, говорят они, дальше идут. Они не владеют, полностью власть нет у них, но у них есть какой-то часть. То есть они сотоварищи в чем-либо. То есть полностью этот дом не его, но одна комната есть у него. То есть ширк. Ширк – это доля. Какая-то доля есть. На это тоже Аллах закрывает эту дверь и говорит, «Вама лахум фихима мин ширкин», говорит. И нету им в этих небесах и земель, нету, говорит, им никакой доли. Не то, что они не подвластны, даже нету, говорит, никакой доли им. Хорошо, говорят они, дальше идут. И говорят, значит, у него есть помощники на этой земле. Мы будем приближаться к этим помощникам, и они помогут нам перед Аллахом. Это тоже Аллах закрывает и говорит, нет, говорит, не думайте так. Что говорит? «Вама лахум минхум мин захир». И нету у него среди них помощников. Нету, говорит, помощников. То есть все принадлежит мне. Ко мне призывайте, я буду вам отвечать. Никто не владеет ничем. И ни у кого нету никакой доли ни в чем. Потом говорит, и нету у меня помощников, говорит. Я все делаю сам. И отвечаю на мольбы сам. То не надейтесь ни на каких помощников. Хорошо, говорят они. Еще одну причину ищут, чтобы именно призывать кому-то. Что они говорят? Они говорят, они будут за нас заступничать. Им ничего не принадлежит. Они не помощники Аллаха. И нет у них никакой доли, но они хорошие люди, они могут быть заступничать за нас. Это тоже Аллах Субхана ва Тааля закрывает и говорит: «Валя танфау шафаату индаху илля лиман азина леху». И не поможет заступничество никому, с исключением того заступничества, кому я разрешу заступничать. А откуда ты знаешь, что этот человек или другой, или какой-то третий, что ему Аллах разрешил делать заступничество? Это откуда может человек узнать, когда Аллах не говорит это?
Когда пророку саллаллаху алейхи ва саллям говорит, ты ничем не сможешь помочь, не приносит пользу, не навредит. Откуда у тебя гарантия? И откуда ты мог знать, что какой-то человек, умерший, который в своей могиле, что он может за тебя заступничать или помочь тебе? Откуда, кто тебе это сказал? Или в аяте, что ли, это пришло? Или в хадисе, что ли, это пришло? Или сахаби, что ли, тебе сказали? Откуда ты знаешь, что он тебе поможет? Аллах говорит, что он не поможет тебе и не будет заступничать. Никто не будет заступничать, кроме того, кому я разрешу. А кто Аллах, кому это разрешит, это Аллах, только Аллах знает. Мы не знаем, кому это Аллах разрешит. Восьмой аят. Всевышний Аллах в Коране говорит: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Если мои рабы спросят тебя обо мне, то есть имеется в виду, ты скажи, то ведь я близок, скажи им, что я близок, и отвечаю на зов молящегося, когда они взывают ко мне. Я близок, говорит, ко мне пускай призывают. Что говорит Аллах дальше? Пусть же они отвечают мне и веруют в меня. То есть пускай они мне ответят. Я говорю же, что я близок, Всевышний Аллах так говорит. Пускай ко мне взывают, я отвечаю на их мольбы. Пускай мне верят. Получается, тот, кто взывает помимо Аллаха другому, то он не верит, что Аллаху надо обращаться, к Аллаху надо обращаться, и что Аллах ответит ему. Что говорит дальше Аллах? Воистину, пусть же они отвечают мне и веруют в мне, быть может, они последуют верным путем. Если они будут обращаться только к Всевышнему Аллаху и взывать только к Нему, тогда, может быть, они последуют верным путем. Тот, кто не понимает, это дальше, в другом аяте Всевышний Аллах говорит: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Ваш Господь сказал, взывайте ко мне, и я отвечу вам. Взывайте ко мне, Аллах обращается к своим рабам и говорит, взывайте ко мне, просите меня, просите прощения у меня, я вам дам это. Я отвечу вам, поистине те, которые превозносятся, то есть считают себя выше и высокомерят, и не хотят взывать к Аллаху, что получается? Войдут в гиенну униженными. Войдут в аду униженным виде. Тот, кто превозносится и не хочет взывать к Аллаху, и не обращаться к Аллаху, и обращается к кому-либо помимо Аллаха, кому-либо наряду с Аллахом, этот человек зайдет в ад униженным виде. И скажут ему, я же тебе говорил, не взывай к другому. Я тебе отвечу. Ко мне взывай, я же говорил тебе, Аллах так ему будет упрекать. Я же говорил, ко мне призывай, ко мне взывай. И меня проси, а ты почему к другим пошел? И Аллах его введет в ад в униженном виде. Девятый аят. Всевышний Аллах в Коране говорит. Они сами, они знают, что никто им не отвечает, кроме Всевышнего Аллаха. Они это знают. Почему? Потому что Аллах это говорит, что они знают. И когда они попадают в трудность, как мы на прошлом уроке сказали, они сразу начинают взывать к Аллаху. Всевышний Аллах в Коране говорит: فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Когда они садятся на корабль, то взывают к Аллаху, очищая перед ним свою веру. Почему? Потому что они в опасности. Если они начнут ширк делать, Аллах их оставит на тех людей, к кому они обращаются, и скажут: идите, просите у них спасение. Поэтому они знают, если они начнут взывать помимо Аллаха к другому, что они им не помогут. Поэтому они что делают? Они очищают перед ним свою веру и начинают взывать только к Аллаху. Потом что случается? Когда же он спасает их и выводит на сушу, они что делают? Они тотчас начинают приобщать сотоварищей. В чем сотоварищи? В суджуде, что ли? Или в намазе, или в посте? Нет, именно в мольбе, потому что речь идет в аяте о чем? Что они просят у Аллаха, чтобы он спас их на корабле, чтобы он их вывел на сушу. В другом аяте Всевышний Аллах говорит: قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ. Скажи,
Скажите мне, станете ли вы призывать кого-либо наряду с Аллахом, если вас поразит наказанием Аллаха? Или наступит час, то есть судный день, если придет, если только вы говорите правду. Если вы говорите правду, ответьте мне, Аллах говорит Мухаммаду, их спросят, скажи им, ответьте мне, станете ли вы взывать помимо Аллаха к другому, если Аллах поразит вас наказанием? Или если настанет час, судный день, если настанет, станете ли вы взывать помимо Аллаха к другому? Аллах говорит, «Баль ияху тадуна», нет, говорят, они не станут, однако они станут взывать только к Аллаху. «Фаякшифу ма тадуна илейхи иншаа». И Аллах убирает свое наказание, спасает их от своего наказания. Что потом случается? «Ватансауна ма тушрикун». И вы забудете тех людей, которые вы предавали Аллаху со товарищи. Вы начнете только Аллаха призвать. Поэтому я обращаюсь к тем людям, которые ошиблись и обманули их, и обманывали их. Очнитесь, пока Аллах вас не поразит своим наказанием. Очнитесь и опомнитесь. И начните поклоняться Аллаху и призывать к Нему только. Потому что вы и так будете взывать к Нему, когда вы окажетесь в Его наказании. 10-й аят. И этим, иншаллах, я заключу то, что мы начали. Субханаллах. Этот вид поклонения, мольба, об этом в Коране пришло около 40 аятов. Наверное, про других разновидностей ширка столько аятов не пришло, наверное, в Коране. Около 40 аятов только о том, что нельзя просить помимо Аллаха другому. И что только надо просить у Аллаха. Около 40 аятов. Мы только приводим здесь 10 аятов, потому что у нас времени нету. Их всех читать. Всевышний Аллах что говорит в этом аяте? وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَى رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. Когда человека коснется вред, он взывает к своему Господу, обращаясь к нему одному, только к нему одному. Он тогда забывает всех сотоварищей, которые он предавал Аллаху. Он всех забывает. Ангелов, пророков, устазов, имамов, всех забывает он. Кому призывает он? Обращается к нему одному. Когда же он предоставляет ему благо от себя, человек забывает того, кому он взывал прежде. Здесь же не идет речь о поклонении. О суджуде же не идет речь о земном поклоне или рукуе. Здесь именно идет речь о чем? О мольбе. О взывании к с мольбой. И равняет с Аллахом других. То есть, когда же Аллах предоставляет ему благо от себя, человек забывает того, кому он взывал прежде, и равняет с Аллахом других, чтобы сбить других с его пути. Скажи, Аллах обращается к этим людям, которые взывают помимо Аллаха другому, которые обманывают других, которые стараются сбить других с его пути, Аллах обращается к ним и говорит, пользуйся благами со своими неверием, пользуйся благами со своим неверием, неверием немного. То есть у тебя есть время, немного, наслаждайся этими благами. Пользуйся, живи, потом что будет? Воистине ты будешь одним из обитателей огня. Эта жизнь пройдет, будешь призывать помимо Аллаха другому, других заблуждать, обманывать других, что некоторые люди помогают и так далее, и так далее. Что Аллах им говорит? Живите, говорит, наслаждайтесь, воспользуйтесь, пока есть время. Воистину ты будешь одним из обитателей огня. Всевышний Аллах в другом аяте говорит, «Валлядина ядуна мин дунихи, ла ястаджибуна лахум бишей». Те, к которым вы обращаетесь с мольбами, они не ответят вам ничем. Они не ответят вам ничем. И в конце хочу сказать, что такое истигаса? У нас еще тема идет. Истигаса – это просить помимо Аллаха у другого что-либо, которое этот человек не может делать. А просить у человека то, что он может делать, это не является ширком и многобожием. Если я скажу одному брату, дай мой телефон, дай мне водичку, это не является ширком. И нельзя это сравнить с этим. Истигаса, истиаза и дуа –
дуа у гайриллах, это что? Это просить помимо Аллаха у другого то, что он не сможет делать. То, что он не сможет делать. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, объясняет, что он не может делать. Пророк говорит своей дочке Фатиме, что? Проси у меня из моего имущества, что ты хочешь, я это дам тебе, потому что это могу давать. Валя амлику ляки индаллахи шайа. Я не смогу ничем тебе помочь перед Аллахом. Когда перед Аллахом мы в судный день встанем, тогда никто не сможет помочь. Кроме того, кому Аллах разрешит делать заступничество. Очень важный аят. И очень элементарный. Любой, у кого есть в сердце какой-либо капля имана, он поймет это. У кого есть справедливость, кто справедливо рассуждает какие-то вещи, он поймет это, иншаллаху та'аля. Поэтому я читаю этот аят в конце. Всевышний Аллах что говорит? ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Всевышний Аллах что говорит в этом аяте? Таков Аллах ваш Господь. Ему принадлежит власть. Все Аллаху принадлежит. Таков ваш Господь. Аллах такой. А те, кому вы взываете помимо Него, не владеют даже плевой на финиковой косточке. Плева, которая прозрачная плева на финиковой косточке, даже это им не подвластно. Вот это дать кому-то или у кого-то забрать. Когда вы вызываете к ним, они не слышат вашей молитвы. Разве это непонятно? Когда вы вызываете к ним, они не слышат вашей молитвы. А если бы даже услышали, то не ответили бы вам. Если даже бы они услышали в могиле, вы обращаетесь к ним, они услышали бы, знают, Мухаммад взывает ко мне, Ахмад взывает ко мне, кто-то обращается ко мне мольбой. Они бы не ответили бы вам. Аллах говорит, мы должны Аллаху верить. В день воскресения они отвергнут ваше поклонение. Вы сегодня к ним обращаетесь с мольбой. Это поклонение, которое только Аллаху можно делать, вы делаете им, а они в судный день что?